30 лет отмечает 98-я военная прокуратура гарнизона, войсковая часть 30-642 ракетных войск стратегического назначения. Торжественные мероприятия состоялись в Доме культуры Лепси и открывались военным прокурором гарнизона полковником юстиции Триполевым Сергеем Михайловичем. Он отметил особую важность стоящих перед военной прокуратурой гарнизона войсковой частью 30-642 задач и достигнутых результатов, а также поздравил приглашенных гостей, ветеранов и работников военной прокуратуры гарнизона с юбилеем. Далее с поздравительным словом выступил военный прокурор ракетных войск стратегического назначения генерал-майор юстиции Попов Андрей Валерьевич. Он уделил особое внимание большому вкладу военной прокуратуры гарнизона в укреплении законности и правопорядка в войсках, сохранению традиций и готовности коллектива военной прокуратуры гарнизона выполнять любые поставленные перед ней задачи качественно и в кратчайшие сроки. Самые теплые слова Андрей Попов адресовал ветеранам военной прокуратуры гарнизона, отметив, что память об их успехах передается современному поколению прокурорских работников. В заключении прокурор ракетных войск стратегического назначения поздравил всех собравшихся, среди которых ветераны, работники и гражданские служащие военной прокуратуры гарнизона с юбилейной датой, вручил ценные подарки и грамоты за успехи в укреплении законности и правопорядка в поднадзорных войсках. В продолжении празднования на сцене ДК «Лепси» выступили ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» и солисты ансамбля 15-й армии воздушно-космических сил. Юлия Унрау, Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.